Итак, привет всем. Сейчас я расскажу один интересный способ, который совершенно неожиданно открылся до моего взора. Как сыграть на пионерских барабанах на гитаре. Ну, то есть иногда хотелось бы, когда я был еще маленький, был пионером, мне хотелось побарабанить. Но я был недостоин, блин. Не буду говорить по каким причинам, одним словом, недостоин. И вот сейчас, имея электрогитару, имея комбо-усилитель и возможность включать звук с перегрузом, я вдруг неожиданно обнаружил такую возможность сыграть на пионерском барабане. Итак, берем штепсель, отключаем, то есть для тех, кто не понял, перегруз. Тут все ясно. То есть мы имеем комбо-усилитель, мы имеем гитару и мы имеем перегруз. Так вот, что мы делаем? Дай-ка я вот так чуток сделаю. Ну, чтобы понятно было. Берем менструатор. Ложим его на струны. Не плоско, а чуточку под углом. Вот так вот, где-то 45 градусов. Полмьют мы исполняем не в конце струн, ну, то есть, или не в начале, я не знаю, где, честно говоря, начало и конец струн, то есть, не возле самого вот этого порожка, а чуточку в эту сторону. Ну, вот буквально на сантиметра три вы поймете, где этот момент. Аккорды не требуются. То есть, я просто приглушу нижние четыре струны, поскольку они мне только дребезжать лишний раз будут. И мы исполняем барабанную дробь, пионерскую. Последнее было из фильма «Чапаев», там, когда Белая гвардия наступала, играли такую штуку. Ну, возможно, похоже, как будто по тазику бьют. Но, с другой стороны, тоже прикольно. Можно на гитаре сыграть удары по тазику. Но мне, честно говоря, это напоминает пионерский барабан. Так что, товарищи пионеры, будьте готовы. Всегда готовы. А я таки кончу.